Что касается следующей части, следующего кусочка, то нужно постараться сохранить эту вот ритмическую раскачанность трехдольную и обратить внимание и на один аккорд, предпоследний арпеджиато. Правильно ли ты его играешь? Вот я имею в виду вот этот аккорд, ми-минорный. Не ля-минорный, который был у нас в первой части, а ми-минорный. То есть нужно его проверить. Дальше все вроде верно.